бегаешь, кто забивает в каждом матче, тот дает комментарии. Ты уже скоро, походу, будешь лучшим бомбардиром чемпионата. Сегодня очень важно, что мы показали, что мы хотим и мы можем выиграть лигу. Последний вот этот эпизод, здесь все сходили с ума, когда Денис забил гол и был ВАР. Вообще, насколько эта история с ВАРом и с первым отмененным голом вас мотивировала? Да, конечно, много эмоций сегодня. И сейчас мы можем приготовиться на следующие игры. Спасибо. Спасибо.